Привет, друзья! У меня был один случай, когда красок не было вообще, кончились. И вот тогда, пока я их искал и ждал, я вон ту картину, которую вон там видите, за один вечер нарисовал. А только на другой вечер увидел, чего там не хватает, и добавил вон там цветочки. А глаза там, посмотрите, какие. Это любовь человеческая. Она у меня есть в книге, в последней книге, которая называется «Белые стороны черной дыры страха. Новые приемы, методы, ключ». Да. Ну, интересно, правда, когда у вас ничего нету под рукой для того, чтобы что-то создать. Нет никаких красок, чтобы разукрасить мир. Да. Нет ничего. И вот самое главное, в этот момент, когда ничего нет, есть два выхода. Либо вы в таком бешеном состоянии, напряжение, не зная, куда вылить свою энергию творческую, делаете то, что у вас есть, но от души. Да, от души, и у вас получается. Либо вам надо действительно выспаться, поиметь время, чтобы всесторонне все обдумать, когда чего-то не хватает. И вот сейчас включаем коллективный разум. Я обдумывал по этой картине. Она у меня стояла, а я лежал в тепле, потому что сейчас холодно. А я послушался дочку Шилу и включил печечку. Да, долго не слушался, не включал, был в холоде, а потом включил. И вот посмотрите, что я наконец высыпался, дремал в тепле, и вот, значит, все посмотрел на эту картину, которая у меня стояла у стены, и думаю, что же тут не хватает, потому что, посмотрите, никто не мог понять, это девушка или мужчина. И поэтому у нас шла переписка. Ну, включаем коллективный разум. Вот смотрите. И у меня нет красок. Я вот смотрел на нее. Ну, что же мне делать? Что же мне делать? Красок-то нет. Да. И у меня родились, во-первых, строчки такие интересные. Вот там, в тепле. Мамина любовь, тепло, защита. Проверь, когда нет красок разукрасить мир, коснуться сердца твоего не смея, в глубоком одиночестве, когда без суеты, как в вечности, но именно в тепле, как под защитой маминой всепроникающей любви, обдумываешь, не торопясь решения, и не имея даже красок, найдешь, когда же точкой, поставленной как надо, диво сотворить. И вот посмотрите, я приготовил эту точку поставить. А вы мне скажете, там поставил, не там поставил. Потому что я все время обдумывал в течение этого времени, глядя на эту картину, что же там не хватает. Почему же все время пишут, девушка это или мужчина. И вот я понял, в чем дело. Вот видите. Краска только на точку, больше ни на что. Я вот так думал и решил. Ну как? Вот в этом, наверное, все и дело, что здесь не хватало точки. Потому что все здесь в точечках, и здесь точка, а вот здесь не было понятно. Это шея мужская. Да. И теперь вот, посмотрите. Теперь никто не будет спорить. Мне же интересно. Все равно решение принимаю я сам, хотя мы в коллективном творчестве. Коллективное творчество – это высшее из наслаждений, когда мы все друг друга понимаем
и пытаемся помочь друг другу от души. До встречи, друзья.